Десногорск знаменит не только Смоленской атомной электростанцией. Город на Десне еще и прекрасный образец настоящей русской природы. Многие туристы преодолевают сотни километров, чтобы насладиться чистым воздухом и прогуляться по густым лесам. Любят свой родной город и местные жители. 14 октября некоторые из них решили оставить свой значимый зеленый след на карте муниципалитета. Этот лес 40 лет назад, значит, молодежь Смоленска вырубал хмызник, делали парковую зону. Здесь мы во время субботника гоняли зайцев, еще города не было. И вот уже лес состарился, надо сажать замещение. Волонтеры трех десногорских школ, работающие молодежь и ветераны Смоленской АЭС провели экологическую акцию в городском парке рядом с местной администрацией. 150 саженцев хвойных деревьев уже нашли свое место в сквере. И, конечно, любое дело, даже доброе, должно быть под контролем специалистов. Силами службы благоустройства и совместного с лесничества была организована помощь для волонтерам и школьникам. Это подготовили лопаты, подготовили колышки, значит, веревки для подвязки этих деревьев. Ну и, конечно, сейчас мы укажем места, где надо просадить. Благодаря слаженным и дружным действиям, через несколько лет обновленный городской парк будет и дальше радовать горожан и местных жителей. Тогда наверняка многие из этих школьников вспомнят этот погожий осенний день, когда свой родной город удалось сделать еще чуточку лучше. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.